остановлюсь, позаимствовал 4 слайда у Петра Щедровинского из его цикла лекций про разделение труда на двух моментах. На том, что такое СРТ, и на том, что какие у нас во дворе промышленная революция. Вот. Я понимаю, что в зале, наверное, нет ни одного человека, который не слышал когда-либо про СРТ или про промышленных революций, но так вырвано в наше общее понимание, поэтому я позволю немножко это повторить, опираясь, собственно, на материалы Петра Георгиевича и той рабочей группы, которая вместе с ним готовит эти вещи. Итак, система разделения труда. Значит, есть три момента, которые нам про разделение труда важно понимать, дабы дальше двигаться в логике, ну, разворачивания содержания про цифровую экономику. Это то, что разделение труда бывает горизонтальное, там, где предприятия кооперируются для того, чтобы создать какой-то сложный продукт. Например, сложных продуктов у нас из таких ярких и понятных три. Это автомобиль, самолет, автомобиль, тысячи деталей, самолет, сотни тысяч деталей, и атомная электростанция или нефтедобывающая платформа, это миллионы деталей. Значит, для примера, вот Boeing Dreamliner, он создается в кооперации больше, чем 50 предприятий из 9 стран, там 6 в Англии, 6 в Германии, вот, и есть предприятия в России. Значит, это понятное нам горизонтальное разделение труда. Кроме этого, есть система разделения труда вертикально, там, где вопрос управления этим сборочным процессом производства Боинга, вопрос разделения типов знаний, которые участвуют в этом производстве. Значит, и третий уровень, ну вот то, что нам важно понимать про разделение труда, это, собственно, разделение труда в рамках цеха или цеховое разделение труда, его еще часто называют разделение работы. Это уровень разделения труда в национальной экономике. Вот. И третий – это контур, который охватывает первые два – это общественное разделение труда. То есть мы с вами понимаем, что сейчас значительная часть работы она передана другим институтам для повышения эффективности. То есть никто не готовит у себя работников с нуля, есть какая-то система образования, говорят, она еще жива. Значит, следующий позаимствованный слайд – это промышленная революция. Да, то есть я просто кратко пробегу и остановлюсь на, значит, нумерации. Нулевая промышленная революция – это, значит, Нидерланды и их строительство кораблей методом поселения. Первая промышленная революция – это английская промышленная революция, и вторая промышленная революция – это промышленная революция США. Соответственно, на слайде вы видите основные технологии, которые в этой промышленной революции появились и стали доминирующими. Значит, кроме этого, важно понимать, что определенные эти технологии требуют определенного типа инфраструктуры. Так, например, в Нидерландах здесь ничего не видно, к сожалению, но там нарисована система каналов, которая обеспечивала строительство этих кораблей. Вот, в первой промышленной революции появились, соответственно, железные дороги, телеграф. А в привычной нам второй промышленной революции аэродромы, газопроводы, телефон, радио, телевидение. Вот. Значит, переход, или, наверное, я вернусь чуть-чуть на один слайд сюда и поясню один момент. Линия перехода между одной промышленной революцией к другой, недаром здесь нарисована пунктиром, она довольно условна. И, по сути дела, сейчас мы можем найти такие хозяйственные уклады,
Значит, одним из ключевых моментов для перехода вот одной технологической промышленной революции к другой является готовность технологического пакета или пакета технологий. Так лучше, да? Да. Простите, я. Давайте вот смотрите на вас, Владимир, если что, всегда. Значит, это готовность технологического пакета. То есть тогда, когда созревает определенный пакет технологий или, можно его называть еще платформой технологий, тогда возможен переход и качественный скачок от одной производительности труда к другой. При этом, значит, сама по себе есть ключевая форма кооперации, которая задает и распространяет весь этот новый технологический флаг, новый для данной революции. И в первой промышленной революции такой клеточкой, этот, опять же, термин Чедровицкого, является кластер. Значит, кластер имеет свою проекцию в пространстве технологий, в экономическое и в хозяйственное пространство. Об этом я расскажу чуть позже. Значит, кластер — горизонтально организованная кооперация, где каждый выполняет какую-то часть работы, вместе получается продукт. Значит, следующей такой базовой или доминирующей формой кооперации в первой промышленной революции является завод. И появился он в Англии, там, где первый раз вокруг вала, приводимого в движение водяным колесом, были построены все ткацкие станки, и появился он в тот момент, когда возникла задача производства массовых стандартизированных изделий. Так, чтобы все ружья, все сукно, да, для начала была ткацкая фабрика, все сукно у армии было одного цвета, чтобы все ружья стреляли одной пулей. Значит, ключевой формой кооперации в этой промышленной революции является завод. Значит, следующая ключевая форма кооперации — это транснациональная корпорация. Она появилась в 20 веке. В общем, на переходе вот всем известного Форда к General Electric. Вот. На третьем шаге, да, мы с вами находимся, в общем, на самом-самом конце второй промышленной революции, входим в третью. Это платформа с нашей, как вы помните из наших предыдущих материалов, платформа — это то, что является ключевой формой кооперации в третьей промышленной революции. Они, соответственно, являются проекцией данных хозяйственных укладов, их ключевых форм кооперации и, соответственно, базовых технологий на экономическое пространство и на пространство технологий. То есть технология кластера, да, это, по сути дела, деревня ремесленников. Завод в первой промышленной революции — это прототипы конвейера. Базовой технологией для транснациональной корпорации, понятно, что я выделяю только одну технологию, а на предыдущем слайде там был расписан целый пакет. Базовой управленческой технологией является дивизионная структура и технологизация исследований. А той ключевой формой кооперации, которая, с нашей точки зрения, определяет цифровую экономику, является цифровая платформа. На экономической плоскости вы видите другой ряд инструментов и сущностей, который породил переход от одних форм хозяйствования к другим. Но сегодня, в экономическом пространстве я не буду подробно останавливаться на том, как одно из другого перетекало. Поясню только то сокращение ДДС. Это
системы, они нам понадобятся для разговора о эффектах платформы. Итак, при переходе к третьей промышленной революции у нас формируется ключевая форма кооперации, которая складывает и транслирует новый хозяйственный уклад, распространяя его как базовый хозяйственный уклад, и это цифровая платформа. Значит, параллельно мы видим, ну, здесь указан совершенно короткий набор технологий, который точно не вызывает споров и точно нет сомнений по поводу того, что является другими характеристиками третьей промышленной революции. Есть ряд открытых вопросов. Да, например, вопрос, как вся эта цифровизация, платформизация и переход к цифровой экономике будет отражаться на социальной структуре, какая профессия будет ведущей в этой промышленной революции. Но лично я пока не готов давать какого-то более-менее обоснованного мнения на этот счет. Мы слышим достаточно много различных объяснений и мнений. Я считаю, что это должно быть выработано некое единое восприятие, понимание и этот консенсус выработан в рамках, в том числе, этого цикла мероприятий. Недавно на одном из мероприятий та группа, которая работала над подобным содержанием, пришла к тому, что это все-таки предприниматели, и в обоснование легло в том числе те показатели, которые добилась Alibaba Group в создании новых предпринимателей в рамках своей инфраструктуры. Там фигурируют цифры, что за 15 лет они создали 15 миллионов новых предпринимателей, снизив порог входа для проверки гипотез. Поэтому готовы слушать в том числе и мнение присутствующих экспертов и готовы договариваться о том, как мы будем воспринимать и транслировать дальше. Спасибо. Антон, извини, продолжай. Да, Владимир, спасибо большое. Да, но сама позиция, она здесь требует некого дополнительного уточнения какого-то предпринимателя, потому что мы же с вами понимаем, что платформа, она... С одной стороны, есть предприниматели, которые действуют на ней, да? С другой стороны, сама платформа и то, что те эффекты, которые он есть, это отдельный предпринимательский проект. Да, в этом смысле здесь на том месте можно потоптаться, в общем, поподробнее. Имеет смысл, я хочу посоветоваться с ведущим, вот здесь сделать паузу, чтобы... Вопросы на понимание. На понимание, хорошо. Спасибо. Прошу вопросы на понимание по этому. Да. Говорят, он поближе. Так, нужно ли понимать вот вашу точку зрения таким образом, что вот эти три пространства, хозяйство, технологии и что там у нас, экономика, является неким... Ну, исчерпывающей такой рамкой, в которой можно ориентироваться и практически действовать. И мы защищены от того, чтобы не нарваться на какое-то четвертое, пятое или 25-е пространство. Спасибо за вопрос. На самом деле, пространств, конечно, больше, чем указано здесь. Вот. Как минимум, это... социальное пространство, которое у нас есть на следующем слайде. Вот. Но пока наша группа двигается
разбираясь последовательно с этими пространствами. Вот. Следующее в работе — это социальное, какое будет, ну, и в этом смысле ответ на вопрос о государстве и о тех влияниях на другие социальные институты, которые процесс платформизации покажет. А риск того, что ну, какие-то интересные, по крайней мере, события в других пространствах возникнут, он, безусловно, существует. Я бы добавил, что если бы присутствовал Сергей Борисович Чернышов, он бы наверняка сказал, что хотите разобраться с новым, как минимум введите три единства, да, и три пространства для того, чтобы иметь возможность дискуссии. Я думаю, что вот это самое пространство поделенное на три — это некий минимум, но ни в коем случае не максимум, между собой платформы, то есть как они разделяют там сферы влияния, то есть как, ну, то есть как вообще они специализируются на чем-то, или то есть как вообще платформы, то есть как они между собой взаимодействуют, соответственно, как они, основной вопрос, как они между собой взаимодействуют. Наша базовая гипотеза, что они образуют экосистему платформ, а экосистема платформ друг с другом конкурируют. Вот. А про, значит, создаются эти экосистемы за счет обмена ресурсами данных пользователей от одной платформы к другой. Это можно, про это подробно хорошо рассказывает Владимир, когда он говорит про то, как строилась Alibaba. Она же не случайно получилась какой-то получилось, да, а она практически как вот какой-то цельный ковер развернулась. Да? В этом смысле успех первой, второй платформы обеспечил, практически гарантировал то, что запустится, взлетит, создаст необходимый сетевой эффект третья платформа, четвертая и так далее, и сейчас 14. Вот. И в этом смысле управляемая из одного места, из одной точки, с одной позиции, значит, структура под названием экосистема платформ, да, что за позиция, пока вопрос, да, и то, как она управляется, либо это там задача стандартов или какой-то определенный набор требований, либо это там другой какой-то формат. Есть национальная компания, которая находится на бирже. Я прошу этот вопрос чуть подвесить, и если я не сниму его после доктрины, да, потому что там есть про это три пункта, вот, то мы вернемся к нему еще раз. Но я думаю, что в любом случае вот этот вот вопрос, он будет более детально освещен в одной из следующих лекций, когда мы будем разбираться с нашей особенностью российской и рассматривать варианты запуска подобной экосистемы здесь. Но там всегда нужно удерживать, что в зависимости от тех условий институциональных, которые сложены в том или ином экономическом контуре, там разные сценарии, да? Одна абсолютная история в Силиконовой долине и другая абсолютная история в Китае. Вот то, что мы в прошлый раз докладывали и показывали. Я надеюсь, там скоро достаточно будет выложено все эти материалы, можно будет пересмотреть и вот эти вот вопросы более корректно уже задавать. Спасибо. Да, Антон, на уточнение вопрос. Вы вначале сказали, что вы ведете несколько таких смысловых ядер в пространстве. Вы что-то уже сделали, можно зафиксировать, что уже ввели? Ну, то есть назвать это. То есть какое ядро вы уже ввели, это раз, первый вопрос. И второй вопрос на уточнение. Можно слайд, вот, где вот эта этажерка у вас в пространстве разрисована? Там конкретно на уточнение. Да. Смотрите, вы сказали, это ключевая форма кооперации. То есть для того, чтобы понять, что вы имели в виду, вот там где ДНК, и с правой стороны у вас мировая валюта, то есть то, что ей свойственно. То есть, по идее, если бы эта форма кооперации была, можно сказать, ну, например, диаграмма Канта, это то, что обеспечивает эту кооперацию. Соответственно, там, где уровень платформы, по идее, у вас тоже, наверное, какая-то гипотеза есть в этом же смысле.
То есть для того, чтобы понять, это именно как единица кооперации ключевая, а не просто какой-то набор атрибутов, свойственный этой единице в экономическом пространстве. Да, спасибо. Вот это есть базовая единица кооперации. То есть нулевая промышленная революция — это кластер, завод, ДНК, платформа. Это сама платформа, как единица кооперации. Ну да, безусловно. А это, соответственно, проекция, то, что в результате может появиться в экономическом пространстве, список, в общем, открыт, да, и то, какая самая-самая сутевая технология определяет технологическую структуру. Да, морфологию, если хотите, этой организованности под названием базовая форма кооперации, или, как ее по-другому называют, еще клеточка промышленной революции. Ну, то есть, правильно я понял, что для вас вот это сейчас несущественно, для вас принципиально является, какая проекция в экономике будет. А кооперация — это где-то уже на следующем этапе вы будете обсуждать. То есть как единица кооперации. Ну, если про экономику, значит про экономику. Я заступлюсь. Да, но... На самом деле, ты прекрасно знаешь, что ребята пытались, да, на прошедшем мероприятии пройти по этим составляющим, и было несколько гипотез. Конечно, в рамках такого короткого такта один из этих понятий не удалось договориться в группе. Поэтому гипотезы есть. Вот то, что готовы были озвучить, и под чем Антон, что Антон, в том числе, в первую очередь, готов озвучить, он это написал. Остальные гипотезы мы пока оставили в черновиках. Спасибо. А к первому вопросу, ну, собственно, СРТ и промышленная революция — это единственное, что мне нужно было напомнить перед тем, как нарисовать эту линейку из четырех базовых организованностей. Потому что, ну, наша ключевая задача — это, оперевшись на этот ход от кластера к цифровой платформе, сделать дальнейший шажок к цифровой экономике, что там может происходить. Я хотел немножко возразить. Дело в том, что с моей точки зрения цифровая экономика — это еще не вся эта. Дело в том, что если вы посмотреть на этот же график, да, и взять, допустим, по осям, с одной стороны сделать технологии, ну там условно говоря, дерево, металл, пластик какой-то, да, технологические рывки, которые были в развитии этого самого. И по второй оси взять технологические, не технологические, а управленческие, юридические, которые позволяли структурировать общество наше, да. И по третьей оси взять коммуникативные, то есть там сначала на там-тамах общались между друг другом, потом появился телефон, телеграф, да, сейчас вот появился интернет, то есть получается, что мы только по одной оси вырос, а все остальные оси у нас еще тормозят. Разделение труда, оно практически... Мы как минимум выросли по коммуникативной. По коммуникативной этой самой мы выросли. Так, по технологической? По технологической нет. Почему? Не пробил самолет, так и остался самолет. Ничего дальше не произошло. Технологически нет, фундаментального прорыва в технологии нет. Но подождите, мы же с вами переживаем ту пунктирную линию с первых слайдов. Да? То есть мы с вами... В основном находимся, конечно... Фишка в том, что пунктирная линия появилась только по одной оси, а не по трем. Мы как раз сейчас стоим вот в той раскорячке, когда у нас юридическая часть запаздывает, да, управленческая часть запаздывает. Мы же руководствуемся до сих пор всеми теми же принципами, которыми руководствовались 10 лет назад. Давайте я вам отвечу следующим образом. При переходе от каждой промышленной революции к следующей складывался пакет технологий, которые вы сейчас разделяете на вот три вектора. Да? Ну, например, это просто, ну, технические технологии, управленческие технологии и коммуникационные технологии, хотя тоже можно считать их техническими. И да, этот переход становился реальным тогда, когда дозреет весь пакет технологий. И в разные, соответственно, исторические периоды само созревание и переход занимало разное количество времени. В этом смысле вы абсолютно правы, что у нас
где-то совсем нет развития технологий, как мы летали на самолете со скоростью средней, там 800 км в час, как мы на нем и летаем. Вот. Но с другой стороны, к нам в двери стучатся беспилотные автомобили, искусственный интеллект и какие-то другие знаки, которые показывают нам о том, что это технологическое, вот этот технологический пакет, он ну, вот-вот дозреет. Вот. У нас возникают проекции значит, каких-то технических решений на те технологии, которые я поверх вашего вопроса назвал управленческими, да, и возникают всякие интересные там вещи, основанные на блокчейне и так далее, которые немножко шевелят привычную нам юриспруденцию, экономику, там, нотариат, в частности. Вот. И в этом смысле мы с вами, ну, конечно, мы в общем телом, сознанием находимся во второй, конечно, революции, но тот пакет технологий, та платформа технологий, которая требуется вам для перехода в следующее, она вот вас